Друзья, всем привет! С вами Одесский Липован. Да, пока не началось, быстренько клацни, подпишись на мой канал Одесский Липован, порекомендуй другу, ну и поехали смотреть. Смотрите, за окном темно, а это значит, мы готовим что? Конечно же, по традиции, завтрак. Завтрак за 5 минут. Быстрый, вкусный, максимально полезный. Сегодня у меня будет чиа-пудинг. Для этого понадобится кефир, семена чиа. Это я сейчас их залью на ночь, оставлю, а утром я получу уже почти готовый продукт. Семена чиа – это невероятно популярный продукт для тех, кто придерживается здорового питания. Семена богаты жирными кислотами омега-3, клетчаткой, белком, растворимыми волокнами, витаминами и минералами. А также в чиа высокое содержание магния и фосфора. И это вот все, ребята, вот в этих маленьких семенах. Это реально просто ураган. Самый настоящий витаминный ураган. Так, нам понадобится 2 столовые ложки семян. Отправляем в стакан. Заливаем все это дело кефиром. Для того, чтобы наши семена стали нежными, отдали весь свой смак нашему чиа-пудингу. Так, заливаем и помешиваем. Они сейчас такие маленькие, а утром произойдет волшебство. Они надуются, станут такие пузатенькие, начнут наш кефир еще больше вязать. Это просто будет бомбезно. Так, кефира я наливаю почти полный стакан, но не до краев. Оставлю его для двух маленьких вкусняшек. Смотри. Не, ну это уже хочется пить. Это уже хочется пить. А как это вкусно. Вот вы попробуете, вспомните Липована, скажете: Липован, любовь моя. Да, ваша навеки. Все, только правильное, только здоровое, только вкусное питание. Танюха, тебе, как всегда, благодарочка. Ты засыпала меня этими рецептами. И я буду с огромным удовольствием дарить вот все то золото и добро, что ты мне присылаешь, людям от всей души. Завтрак наш продолжается. Семена у нас набухли. У меня есть жменька клубники. Пол бананчика. Перебьем банан с клубникой. Вот и готово. Вот такое волшебное пюре из жменьки клубники и половинки банана у нас получилось. Так. Заливаем наш чиа-пудинг. Для проекта «Стань стройней за 30 дней» с Татьяной Осадчук. Ой, божечки ты мои, где моя большая ложка? Ребята, наш полезный завтрак, ваш полезный завтрак готов. Всем приятного аппетита, добра, здоровья крепкого. Смотрите, пользуйтесь на здоровечко. Сейчас попробуем, что это у нас за пудинг такой. Вот это заряжает. Очень вкусно. Семена настолько нежные становятся. Прямо как икра черная, ребята. Ох, красиво. А еще очень вкусно и полезно. Описание под описанием, там же ссылочки, там же весь расклад. Ребята, всем приятного аппетита. Для вас готовил завтрак Одесский Липован. Всем пока-пока. Чао.